Трамп верит в нормализацию отношений с Россией. Американский лидер считает, что РФ – большая ядерная страна, с которой стоит поладить. Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нинистё, что верит в нормализацию отношений Вашингтона и Москвы, передает РИА Новости. «Я надеюсь, что у нас будут хорошие отношения с Россией. Я говорил это громко и ясно, я говорю это годами. Я говорил, что это было бы хорошо, если бы у нас были замечательные отношения с Россией, по крайней мере, хорошие отношения. Это очень важно, и, я полагаю, это когда-нибудь произойдет», — отметил Трамп. Он также добавил, что с Россией стоит поладить, так как это большая ядерная страна. «Это большая страна, это ядерная страна, это страна, с которой нам стоит поладить, и мы в конечном счете поладим. Это было бы хорошо для всех, для мира, состояние без войны, ред и для других вещей», — подчеркнул американский лидер. Путин. Отношения с США худшие с холодной войны. Напомним, в начале лета глава Госдепа США Рекс Тиллерсон заявил, что отношения с Россией находятся на беспрецедентно низком уровне и необходимо их стабилизировать. По материалам сайта Newsgroup.com.